Теперь ему подарков хватит для всех. В Нижнем Тагиле парфюмерный воришка, видимо, решил затариться к 8 марта. Он взял 4 флакона духов в магазине косметики и, не оплатив их, сбежал. Судя по записи с камер видеонаблюдения, воришка заранее продумал свой план. На кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, разговаривая по телефону. Долго стоял у прилавка с духами, предусмотрительно закрыв лицо шарфом. После чего даже подошел к кассе с товаром, задал какой-то вопрос продавцу и сбежал. Догнать его не удалось. Добычей жулика стали 4 флакона туалетной воды общей стоимостью больше 10 тысяч рублей. Если вы узнали этого парфюмера, обратитесь в дежурную часть Нижнетагильского отделения полиции, номер 18.